Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Smart Forte 2010 года выпуска с двигателем 0.6 дизель, коробка робот. Пробег на автомобиле 68 тысяч километров. Заменю на нем подушку двигателя, нижнюю подушку, так называемую гитарку. Поднимаю автомобиль, откручиваю старую подушку, она на самом низу висит, и устанавливаю новую. Вот она подушечка, как видно, она оторванная практически полностью. С этой стороны болты под головку Е. Откручиваем и выдергиваем их. Болты головка Е18. Гайки не приварены. На кронштейне на двигателе гайка приварена, а на кронштейне на балке гайка не приварена. Подушка оторвана полностью. Здесь она уже билась сзади. Берем новую подушку фирмы Limfjordr 3484201. Ну, еще бывает номер 009 добавляют, но она пробивается без 009. Новая подушечка. Беру и устанавливаю. Входит плотненько. В большинстве своем Limfjordr очень часто пакует оригинальные детали. Кончики болтов смажу, целиком их мазать не буду, вот кончики только под гайки смажу. Задний болт подлиннее, передний покороче. Здесь поставлю по старому следу. Все. Новую подушку установил. Можно опускать автомобиль. На этом все. Всего вам доброго.